Бруторнис эвмеас, от латинского тяжелый петух. Рост около 6-7 футов на уровне бедер. Крупнейшая нелетающая плотоядная птица острова Черепа, Бруторнис был впечатляющим хищником, который гонялся за добычей в открытых лесных районах. С острым зрением птица могла обнаружить самое маленькое колебание травы, которое выдавало добычу, скрытую в густых порослях. Огромный клюв, смахивающий на топор и снабженный мощными мышцами, может нанести один настолько сильный удар, что переломает небольшой жертве кости, и та быстро скончается. И если жертва крупная, в ход могут пойти крупные когти на лапах. Бруторнис – это птица с массивным телом, мощными ногами и большой головой, снабженной мощным клювом. Крылья сильно маленькие и не выполняют никаких функций. Перья снабжены капиллярами и имеют серовато-коричневый цвет. Ноги мускулистые и позволяют животному бежать с большой скоростью. Бруторнисы гнездятся на краях травянистых областей, где их яйца остаются скрытыми, но открытое пространство дает родителю обзор за потенциальными угрозами. Матери показали интенсивную бдительность по защите яиц, обходясь без еды около месяца в течение инкубационного периода, чтобы оставаться в гнезде. Птенцы обладали покровительственным оперением и, будучи скрытыми от большинства хищников, следовали за мамой, когда она охотилась, пока не станут достаточно взрослыми и сильными, чтобы постоять за себя и находить пропитание. Хитрые ликизавры разработали тактику для того, чтобы отвлечь маму от гнезда. Заметно приближаясь к гнезду, чтобы птица заметила, один ликизавр будет выступать в качестве приманки, вынуждая голодную птицу погнаться за ним. В то время другие совершали набег на оставленное без присмотра гнездо. Ценный источник белка, яйца были размером с дыню и стоили риска дразнить такого опасного хищника. Ликизавр, выступающий в качестве приманки, обычно является опытным лидером стаи, и ему нужно тщательно продумать каждый свой шаг. Если он убежит слишком далеко, Бруторнис сможет оставить преследование и вернуться к своим яйцам. Если будет бежать слишком близко, и уловка может перерасти в катастрофу. Яичные воры станут ужином для голодающей птицы. Разорение гнезд привело к уменьшению популяции этих птиц. Бруторнис, вероятно, является предком плотоядной нелетающей птицы Гасторниса или Диатримы. В анатомическом плане они мало отличаются, только Бруторнис гораздо крупнее. Бруторнис был огромной птицей и достигал в росте от 1 метра 80 см до 2 метров 10 см на уровне бедер, а полный рост достигал 2 метра 75 см. Весил Бруторнис около 500 кг и обитал в джунглях и травянистых равнинах острова Черепа.